фирменный прыжок комментатора Дмитрия Губерниева под овации трибун. В рамках международных соревнований «Игры дружбы» в Казани прошел заплыв с участием звезд спорта, телевидения и будущих паралимпийцев. Спорт, неважно какой, он должен объединять. Вот с детьми тоже их приобщить к спорту, нести молодежи, так сказать, что-то доброе, светлое, спортивное. Вот всегда очень приятно в этом поучаствовать. Много знаменитых людей, много открытых, интересных, добрых. Плывут все. Волейболисты казанского «Зенита» Денис Зинченок и Алексей Кононов, баскетболист «Уникса» Сергей Томашевский. Главными героями заплыва, конечно, были дети. Они представляли республиканскую адаптивную школу. Самое главное – любить то, чем вы занимаетесь, и преуспевает тот, кто не устает пытаться. Нужно постоянно что-то делать, и если вы занимаетесь любимым делом, то развивайтесь в этом, и тогда будет у вас результат. В третий день соревнований «Игры дружбы» татарстанский пловец Николай Зуев завоевал золото в заплыве 200 метров на спине. До этого Валерия Соломатина заняла второе место на дистанции 200 метров вольным стилем. Софья Дьякова стала бронзовым призером на дистанции 1500 метров вольным стилем. Большое количество сильнейших спортсменов прибыло к нам из 16 стран мира. Отрадно они все довольны, хорошая погода, они побывают в наших историческом, не только соревнуются. Большой поток туристов приехали посмотреть, поболеть за наших спортсменов. Завтра на турнире заключительный день плавания, после эстафету перехватят прыгуны в воду. Завершат «Игры дружбы» участники синхронного плавания. Алмаз Гафетов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.